Около 5000 ветеранов Казахстана встретят в этом году 70-летие Великой Победы. Почти 1500 из них – инвалиды войны. Список тех, кого можно поздравить 9 мая, уменьшается с каждым годом. Еще в прошлом году героев войны в нашей стране было на 1308 человек больше. У каждого из нас еще есть шанс лично поздравить тех, кто добывал эту победу. Акция агентства «Хабар» подарила такую возможность моим коллегам. Съемочная группа отправилась с поздравлениями к участникам хора ветеранов войны и труда «Достах». В хоре 20 человек. Ветераны войны, трушники тыла, дети войны. Но все они люди одного поколения, пережившие Великую Отечественную. Поэтому песни о тяжелых 40-х исполняют особенно проникновенно. Боль утраты еще не забыта. В том победном году, 45-м, все мы ждали тебя на крыльце. Если с ним вы служили... Светлана Курилова никогда не видела отца. Родилась в начале войны, когда он уже ушел на фронт и пропал без вести. Всегда завидовала девчонкам, у кого есть папа. И кто кричали: «Папа мой пришел!» А я сидела в уголочке и плакала. Конечно, мы завидовали тем, у кого были отцы. Пускай даже раненые, там, калеки приходили, а мой не пришел. Хору 15 лет. Бессменный аккомпаниатор, он же музыкальный руководитель, Михаил Ковалев. Майские праздники, все дни у коллектива расписаны буквально по часам. Выступления в школах, вузах, символическая плата за которые не покрывает всех расходов ансамбля. Мы от всей души благодарим телеканал «Хабар». Вот в руках у меня сертификат на получение 100 тысяч тенге. На эти деньги мы обновили костюмы канун 70-летия Победы. Михаил Степанович Савельев – ветеран войны, воевал на Первом Дальневосточном. И в мирной жизни поет, и в армии был запевалой. В хоре я запеваю Вася Крючкин. Вдоль квартала взвод шагал Вася Крючкин. Подходяще запевал. Песня – это жизнь моя. Я, как прихожу на репетицию, у меня уже ничего не болит. Я здоровый. Это лекарство для меня. Они молоды и душой, и мыслями, а военные песни в их исполнении бередят сердце. Даже для нас, поколения, никогда не видевшего ту войну, они берут за душу до слез. Мы все взволнованы, мы все растроганы. И нам, всей съемочной группе, вы знаете, захотелось петь вместе с фронтовиками. И мы пели и подпевали им. И так здорово, что сегодня мы видим вас в боевом строю. Гульнара Умарбекова, Ирлан Абжанов, Валентин Лобанов, Алматы.